Всем привет! Вы смотрите очередной выпуск на канале Виолайн. И сегодня очередной из поездок своих я добрался до города Тамбов. А добрался я в этот город, потому что здесь находится вот такая примечательная мастерская, называется она Веломакс. Это Александр, который работает в этой мастерской, там за кадром еще целая куча народа, потому что это не просто мастерская, а целый магазин. И я бы сказал, что я специально поехал в город Тамбов, чтобы приехать в это чудесное место. То есть вот есть Россия, вот есть разные города там понатыканы, есть какой-то город, и там, ну, кто-то там есть. А в город Тамбов я ехал специально, чтобы посмотреть на эту мастерскую, потому что этот человек мне сказал в свое время следующую фразу. Так, смотрите, я тебе покажу мастерскую и еще кое-чему еще научу. Я все-таки надо ехать срочно в Тамбов, потому что здесь находится такая мастерская, где меня будут некоторым вещам учить. И я могу вам смело доложить, что среди всех мастерских, которые я побывал, может быть, я еще не во всех побывал в России, может быть, найдем какое-нибудь еще уникальное место, это образцовая мастерская. Вот эта вот зона. Это вот, ну, это образец. То есть, я бы сказал, что, ну, вот, по-моему, вчера открыли мастерскую, да? Ну, вообще нет. Вообще уже год. Именно этой мастерской, именно вот в таком вот его, ее обличии, она уже ровный год. Ну, она, блин, ну тут все сделано дома. Я рассказываю поэтапно, а ты мне поправляй, потому что я просто то, что вижу, а то, что там в кадре сегодня не видно, вот так, в общем. Длинная столешница длиной метров 6. 6,5 ровно. А до стены, а общая длина? До стены 5,5. Ну, длина мастерской примерно метров 6, 4,5. Большая белая столешница, причем деревянная, и мне вот нравится, когда вот сделано. Покрытие такое, да, относительно плотное, не деревянное, больше такое пластик, ну, очень-очень твердое. Ну, это и дальше идут ящики. Какой-то чудесной предыстории. Предыстория этих ящиков, да, можно там начать с Досафа, клуба Досафа, который начал в свое время разваливаться, ну, как и большинство вещей в нашей стране, конечно, очень жалко, но это происходит. Вот. И спасибо тем людям, которые там работали, которые помогали разбирать это все, весь этот ДОСАФ, и вот выкатили нам такие вот вещи, мы их привели в божеский вид, подточили, подклеили, и вот такие замечательные мои... Немецкие мебель, да? Да, немецкая, на каждый ящик, там, каждый этот парт переворачиваешь, там табличка такая приклеена, там, дочь что-то там какой-то ее собирал, там, какой-то определенный там немец. И сделано это просто на вообще одно ура. Фашистской мебель вывезено, наверное, еще, да, по контрибуции, даже если бы, да, я шучу, ладно, нет. Не, ну, это заказ прям, вот прям конкретный был заказ, ну, да. Я думаю, что ладно. Это таких вот период, наверное, 70-х годов, 80-х. Ну, в общем, серьезно, такие вот ящики деревянные, чувствуется такое, дедовские такие вот, надежность. И все это варено в такую конструкцию. Ну да. Которые идеально подобны между собой, то есть... И вот наши верстаки, которые у нас стоят, они там фирмы Сорокин, мы их потом еще перекрасили. Сорокин, да, такие. Ну, шняга, на самом деле, по сравнению с вот этим вот изделием. Ну, да. Что говорить? Потому что там, ну, железная шняга. Там делается партиями, а здесь делается прям хендмейд моими руками, да. И просто о, дальше, все везде в идеал. Красиво развешен инструмент, в ряд головки, съемники, отверточки, все четненько, полочки, все разложено. Над инструментом, как и подобает образцовой мастерской, есть специальная зона с крючочками, где висит рамы, колеса. То есть вот этот объем над головой выше инструментальной зоны тоже чем-то занят, и это очень правильная затея. То есть это есть такая затея у моей мастерской, у тебя и, по-моему, еще, может, где-то еще есть, где люди догадались, что вот над инструментальной зоной объем может занимать. Ну, как бы объем здесь действительно большой можно занять, во-первых. Ну да, потому что тут... И если он будет просто пустой, как бы, во-первых, и почему он пустой, если можно место, ну, да, действительно чем-то занять. И вещи есть вот на велосипеде, они постоянные, объемные, то есть ты их не можешь разобрать, меньше сделать, допустим, это обод или же в сборе колесо. Колеса в сборе, они просто... Да, или фреймсет ты как бы взял, собрал себе фреймсетик, подготовил к дальнейшему к остальному и убрал его. Вот. Потом, хоп, чтобы другой человек мог подойти там, пробраться в своей стойке, да, у тебя он висит готовый, ты занимаешься там сборкой, допустим, системы. Не занимает пространство. Да, и ты в этом же квадратном метре ты можешь нормально продолжать работать. Ну, дальше переходим к вот этому описанию. Не, это тут ничего страшного. Столешница тоже примерно такой же длины.
тиски, рука для вилок, четко развешенный инструмент. Да, вот такая вот штучка удобная. Это прям можно вилочки перебирать. Как нет, не отходя от кассы. Да. Вот. Хранение спиц. Дофига ячеек. Причем, я так понимаю, вот это подписанные модельки. Длины, и это разложено примерно по назначению колес. То есть да. Вот это, наверное, 26, 24. Чем 20. Ниже, тем больше длина. То есть сота это по длине разложено, и в каждой сот, то есть по назначению колес, разбито по модельным спицам. Ну, тут надо уточнить, это с колесами как бы Леха занимается у нас. И вот тот вот человек, конечно, поточнее мне ответил. Но я знаю так, что здесь все разложено так, как ему удобно и очень четко. И подписано, кстати, да. Не ошибешься. Спиц в этой мастерской дофига, я так сказал бы, наверное, килограмм, наверное, 20, да? То есть тут навес просто. Я думаю, килограмм, наверное, 200. Нет, 200 нет. Да. Ну не 200, но килограмм. Нет, ну, не знаю, ну килограмм, если все там оттуда. Да. И вот это попробовать приподнять, это будет неплохая штанга там для чемпионов каких-нибудь потягателей там, да. То есть спицы 10 килограммов купаются, и колеса здесь постоянно собирается. Хочу заметить сразу, что а сколько мастерских города? Одна. Вообще как бы позиционируют три. А, три мастерских. Да, но заканчиваются они все одной. Вот, потому что есть еще ряд магазинов. Мне там зашел пару магазинчиков, где продают там стелс, все вот это вот вместе с спортинвентарем, перемешка. Такая тетенька, а что вы продаете? Мы велосипеды продаем, классно. А что, я не знаю. Мы игрушки продаем, мы велосипеды. Вот просто велосипед хочешь купить, да, и все. Я не знаю, что это. И тетенька на меня смотрит так, и я понял ее вот решенном взгляде, что про велосипед спрашивает бесполезно, и он ушел. Я зашел там в один магазинчик. Ну, конечно, такие магазины в каждом городе, конечно, есть. Вот. А здесь в Веломарсе полноценная мастерская и полноценный магазин. Да? А там дальше вообще, там есть все в этом магазине. То есть мне кажется, вот так вот на расстоянии вот ближайшего вот в радиусе 200 километров на общаясь будешь купить негде. Ну, по сути, да. Просто ну, до Воронежа. До Воронежа и в Воронеже можно там тоже покупать. Воронеж нельзя купить общаясь. Побуксовать. Нет, там можно побуксовать, там купить нельзя. Я тебе честно скажу, я был в Воронеже. Ну я не чекал все воронежские магазины, поэтому. Вот такого наличия человека у тебя в Воронеже нет нигде. Нет, это ладно. Это очень непросто. Есть один магазин, который может сравниться по наличию по запчастям. То есть здесь ну, просто дофига. Особенно по колесам. Сколько ты говоришь там крючочков? 180 крючков. 180 крючочков там базары в ритами. 180 крючков для ободов и колес в сборе. Там висит 7 или 8 колес, может быть 10 максимум в сборе. Все остальное это обода, и это не все то, что не весь ассортимент представлен на этих крючочках. Все-таки не вот мы так поняли. Не помещается. Еще прошло там пару сезонов, и мы поняли, что нет. Все эти вот стандарты, все вот эти отверстия. Ну да, 20-е, 24-е, 26-е, 27-е, 29-е, 33-е, 36-е. Пистонированный, не пистонированный. И вот это все, да, двойной пистон, не двойной, мы поняли, что можно просто повесить один инферно и просто на него табличку из 10 там такой. И тогда можно. Но это можно, правда, и 500 крючков сделать. Не повесить. Да. И ни к чему это. Слишком уж большой. Вот. Да, я вот мы сейчас рассказываем про мастерскую. Мне я до сих пор не понимаю, что в Стамбове есть столько высокоуровневая мастерская. Наличием инструмента, причем есть различные фишки. Вот этот ненужный станок с да, вот это, ну, потому что есть такая вот вещь, да? Да, есть вот такая вот вещь, есть вот более простая, самая такая симметричная. Оптимальная, да, которая там, в принципе, все вот эти вот супер куча датчиков заменит, и когда у человека набита рука, ты сам понимаешь, что в нем датчики не нужны, да, в этом станке произойти. Вот. И много всяких фишек, которые убраны по ящикам, резаки для гидролинии, для прокачки, всего, что только можно прокачать. Ну, вообще, да, я тебе как бы да показывал уже, когда ты немножечко пораньше зашел, и вот могу еще раз потом тебе показать, немножечко кадр сделать, и будет там вообще такие прям, как они выезжают, там как они заезжают, все четенько. Классно. Да. Вообще я по мастерской вот хотел тебе, Володя, еще рассказать немножечко, перебью тебя, небольшую предысторию. Просто как бы почему она стала такой и вообще из-за чего она такая именно такая. Мне всегда
просто как бы больше всего нравилась именно техническая часть велосипеда, именно механика и как процессы. Да, и как вот из стандарта сделать стандарт, но как бы с такими руками, ну, с таким подходом, чтобы он все везде четко переключал, везде ничего не скрипело, никогда не затихло. Да, делать немножечко. Да, просто взять этот завод вот так вот разобрать и собрать не как завод, а как надо, вот как подгонщика, как в спортивной команде. Вот, и никогда не было такого, вот, понимаешь, места, где можно вот так вот, и раньше даже возможности не было, где было вот так вот все можно организовать. И построить нормальный байк. Да, и с первого раза ты такую мастерскую не сделаешь, то есть это годами к этому приходишь, ты понимаешь, что мусорка должна стоять посередине, ты понимаешь, что крючочки для колес должны иметь вот такую форму, да. Можно закинуть, не глядя, то есть так просто так. И не чтобы они там, да, там, грубо говоря, не царапли. Вот потом ширина там столешницы должна быть такая, а высота в этой столешнице должна быть такая, а стул под этой столешницей должен быть запилен настолько, чтобы у тебя ноги залазили туда удобно, грубо говоря. Когда все вот это уже совсем там по-простому я объясняю, когда вот это вот проходит года, вот это все вот ты вот накапливаешь, и потом ты можешь воплотить вот это вот все вот в такую в идеальную мастерскую. Вот это мастерской год. Да. Веломаксу, в каком году организован был магазин? Именно сам Веломакс был организован в 2011 году. Да, 2011 год. А он прямо здесь был? Именно здесь, да. В этом помещении 7 лет. Да, 7 лет. Врастаем потихонечку, да, уже. Как Веломакс он был 7 лет, а еще он был как ноунейм магазин, да, в этом месте. Просто там, написано велосипеды сюда, да? Да, и там вот был человек, которому нравилось именно такое название. Велосипеды. В тот момент я просто здесь работал. Обычно механизм, как обычно. Веломакс, слушай, мастерская переделывалась несколько раз. Мастерская переделывалась ровно один раз. То есть сначала было как-то? Сначала было как-то, если ты увидишь, я тебе покажу видосы, фотки, ты просто скажешь, ты, что мы сейчас вот тут вот, мы что, здесь стоим сейчас, что ли? Ты вот, другой реакции не будет. Было как-то. И год назад вы построили вот так вот? Да. Понял. Но строилось это все не быстро. То есть подоплеки, как бы задумки ранние еще были до нее, за год, за полтора, то есть все как бы там частями. Под доделать, там доработать. Вот это, ну, по своему опыту, вот эту мастерскую мы вот так вот доделываем на протяжении последних 2 лет. Построили, бывает уже с каким-то заложенным каким-то расположением. Ты дорабатываешь, там что-то меняешь, потому что пока все сделаешь, ну, можно устать. Да. Вот. Тут еще вот, хорошо то, что сезонность все-таки у нас в нашей полосе есть. Она дает тебе право передохнуть и это делать. Передохнуть и не отрываясь, как бы, грубо говоря, от любимого дела, но имея кучу практически очень огромное там количество свободного времени, которое ты можешь вот позволить себе переорганизовать бизнес. Переорганизовать и вот это вот все вот воплотить из мечты как бы в реале. Вот. Ну да, сейчас вот осень, и у нас сейчас открывается очередная мастерская. Вот она и должна открываться осенью, да. Все правильно, потому что за зиму вы прочувствуете, где что-нибудь там, ключик какой висит. Да, куда все там собрать будет. Можно будет, и люди уже к сезону ждают, по-моему, мастерская уже будет. Да, и как раз весна уже. Потому что, кстати, да, такой один из советов на канале, кто пытается открыть свою мастерская открывается не летом, не весной, не зимой, мастерская открывается именно осенью. Оптимальное время открыть мастерскую – хотя бы ноябрь месяц. Ну так, с точки зрения бизнеса, надо еще записывать. Это делать. Да. Еще и стоп-кадры сейчас делаю с твоей мастерской, и все образцово-показательно. За советами по тому, как что воплотить, как что организовать, какой минимум инструментов необходим для того, чтобы хотя бы стартануть, можете писать там, смело, спрашивать, да, писать, звонить. Вообще мне очень с удовольствием помогу. И любой совет. Да, если вы здесь где-то поблизости, то есть если вы из какого-нибудь города Липецк или Пенза, Рязань, Воронеж, в чем еще в округе? Ну, тут Саратов 300, в принципе. Да, Саратов 300. Если вы взять этот город, ну, 300 километров, в принципе, что? 4 часа можно доехать, посмотреть. Да, вообще, да, и попить вкусного чая. Вот. А вообще, если вы вспомнить город России, я, кстати, не видел, не знаю, видел ты анонс или нет, у нас анонсировал обучение с 11 по 13 февраля. Я собираюсь всех. Слушай, сейчас вот из-за того, что дерзкая подготовка к соревнованиям, то есть мы там перекапываем трассу, там, ну, кстати. Это организация, организовываем все. Есть некий город Тамбов, где внутри города, вообще вся велосообщество, оно объединяется и развивается благодаря нескольким людям.
И сегодня мы находимся вдобавок вот, в мастерской, которая сообщество людей, которые работают в этом магазине, оно и развивает всю велотусовку. Да, можно так сказать. Александр и еще ряд ребят, которые организовывают соревнования. Я так понимаю, это не только ваш магазин или как, или тот тестирует? Именно организовывает это, грубо говоря, наш магазин и организовывает, да, все основное, всю самую вот основную, всю вот эту вот тягомотину берет на себя. И, конечно же, нам помогает велоклуб «Спартак», Александр Осипов, собственной персоной, там главный судья соревнований чаще всего бывает. Но сейчас он уехал, конечно, в свое путешествие. В Корее, да? Да, в Канаде он там сейчас гоняет. У него маршрут сложный, 15 тысяч километров. Я загорел желанием взять у него интервью, рассказать про этот шаг. Он... Я думаю, мы еще пообщаемся с ним и сделаем в декабре должен интервью с этим человеком, который объехал весь мир на велосипеде, а он из Тамбова. Не каждый город России примечательный такими людьми, как вот Осипов. Да, и вот он помогает. В этот раз, конечно, 21 октября 2018 года будет гонка, вот буквально через 4 дня. Его не будет, так как он и уехал, будет его супруга Марина Артуровна помогать нам в проведении, ну, в смысле, в судейской, со стороны судей. Ну, немного в организации. В организации, так, в судейской, да, организации. А так все основное, все остальное, да, то, ну, как делаем все мы, подготовка трассы, там, всяких призов, ну, и всего там, куча там медалей, грамот, ну, тот, кто когда это делал, движение здесь развивается, знает, что это такое, движение и здесь развивается, поймет, о чем я говорю. Ну, я на самом деле очень сильно удивлен уровнем велодвижения в городе, уровнем магазина «Веломакс», ну, прям реально удивлен. Ну, я не ожидал. Ну, Володя, что приятно. Город не самый большой в России, не знаменит он спортивными школами, как Воронеж, например, либо Тула, либо Ярославль. То есть, да, вот Ярославль, например, был. Там у них бетонный трек есть. Ну такой он уже похож на клуб «Сталкер». Да, то есть, вот, там, такой, подразрушен. Да, он приуныл совсем. Там, не то, что он подразрушен. Там под треком, Ярославским сейчас расскажу, что. Там есть тоннель такой, чтобы ехать с центра трека. И он, а трек открытый. И тоннель затоплен в последние 100 лет. Там, то есть там, где обычно заезжает грузовик на центр трека, там болото, лягушечки там туда-сюда. Вот. А сверху пацаны на велосипедах на бетон, ну, просто. И вваливают. И там есть ребята, которые тренируются, да, под треком, там болото местами, грязь там вообще. Ну вот из тех, кто там сейчас, из них и будет выстрел. Вот из таких людей. Да, и железных, которые... Это вот Ярославль, и вот, допустим, вот твоя мастерская образцова показательна по сравнению с любым учреждением города Ярославля. Прям вот на 5 из 5, вот. Ну так, чтобы вы понимали. То есть, а Ярославль — это промышленный центр, там, ну, как бы один из промышленных центров, там нефтеперегон, огромный комбинат, куча всяких предприятий. Рядом Рыбинск, Тутаев. Не, у нас самые крутые предприятия — это «Магнит», «Гиперы», «Ашан». То есть, чтобы было понимание, велосипедная тусовка в вашем городе, она прям находится на хорошем уровне. Вы молодцы, и мастерская у вас просто показательная, это прям вот честно скажу. Обязательно каждый сезон мы еще детские соревнования, двое детских соревнований, две детские гонки проводим. А, кстати, знаешь, мне было интересно, а сколько людей приезжает из других городов? Из других городов приезжает... Ну так, процент соотношения. На осеннюю вот гонку, которая закрывает сезон, как бы Кубок Веломакс она у нас называется, в этом году она юбилейная, будет уже пятый год подряд мы проводим. Ну как бы пятый, ну, как, ну юбилей, но все равно уже все-таки пятерочка, ну, твердая. Пятерочка, да. Да. В основном где-то процентов 40 иногородних. То есть да. Это Липецк, Воронеж? Это Липецк, Воронеж, это Саратов, по-моему, приедут в этом году с Москвы. Там несколько две пары приезжают, да, откатывают. Вот, и из ближайших областей, ну, в смысле, областей. Кстати, да, из нашей области. Погода вот по сегодняшнюю аномально теплая, то есть. Немного южнее от Москвы, и осень здесь немножечко другая, то есть там в Москве. В этом году очень приятно с погодой, она нам просто... 20 числа октября, плюс 20 температура днем, блин, солнечно. Она нам просто в этом помогает, этим самым всем своим теплом, и на трассе не мерзнешь, там, ни в этих там непонятных каких полупах все делаешь. Вообще отлично, и прям приятно, до маечки днем раздеваешься, и тренироваться нормально, разогретый всегда можно. Блин, нет, здорово. Откатывать. Здорово. Приятно по этой погоде, конечно. Здорово. И тут можно пожелать только расширения, потому что
качественно все сделано. Но расширение всегда. Только расширение можно пожелать, то есть, чтобы мастерская стала чуть побольше, тусовка в городе посерьезнее стала. Расширение хочется всегда, конечно. Хотя бы там, не знаю, ну хотя бы еще в два раза, чтобы просто можно было при перемещении между великами не задевать друг друга. И мы и так, конечно, тесный, близкий коллектив, все дружные. Вот, ну, расширить да, можно было бы, да, немножко площадь. Тут можно пожелать только расширение. Ладно. Рад был встрече. Спасибо за работу, за интервью. Я очень... Вы, кстати, не забывайте писать комментарии, задавать вопросы. Александр вам будет отвечать, рассказывать. Под роликом будут ссылки на это место, на группу ВКонтакте, все. Да, ну там сайт тоже присутствует, группа ВКонтакте, инстаграмчик есть. Ну, вот, так что, если будет интересно изучать информацию, пишите вопросы. Можно, наверное, звонить, наверное, дозвониться. Звоните вообще, да, вот только через недельку вперед, а то сейчас со соревнованиями просто вот так. Ну, если честно, вот сейчас мы сейчас перейдем этот, сейчас, машина времени будет. Сейчас, наверное, уже декабрь. Потому что сейчас уже декабрь. Люди же снег смотрят, и мы сейчас 21, это сейчас какое-то число вообще забыл? 18 октября. Да. У нас сейчас 18 октября, а там за кадром уже декабрь. А, то есть это будет так? Да. Ну да, надо. Тогда вообще в декабре просто пишите, да, пишите, звоните, да, в любое время. И всегда с удовольствием. До скорых встреч. Еще расскажу. Всем пока.